Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня мы тонизируем орган глаза. Согласно восточной медицине, вообще-то за глаза ведает меридиан печень и орган печень. Но вы знаете, мы-то уже знаем с наших лекций, что вообще-то печень контролируется это поджелудочной железой. Потому когда начинается у человека что? Ослабевать зрение, либо начинают возникать проблемы со зрением, а также возникают различные глазные заболевания, нужно обратить внимание прежде всего на поджелудочную железу, на печень, меридианы. Вот, на меридиан сердца. Это три таких основных меридианов, которые контролируют наши с вами глаза. Ну, сюда еще, конечно, идут дополнительные меридианы тонкого кишечника, толстого кишечника, желудка, мочевого пузыря, вот, и тройного обогревателя. Вот, пожалуйста, в каком состоянии, мы уже сколько уже знаем, 8 меридианов. 8 меридианов отвечают за глаза. Смотрим, пожалуйста, меридиан мочевого пузыря. Точка цемин контролирует что? Зрение, наши с вами глаза. Вот представьте себе, ну, без диагностики никак, никак не обойдешься. Но если человек чувствует, что он слабеет, слабеет его организм, и на основании всего этого, на основе всего этого у человека садится зрение, человек чувствует, что истощается его организм, истощается жизненный потенциал, его нужно что? Поднять этот потенциал. Пожалуйста, данная точка В20 пишу вам в помощь, данная точка тонизируется при слабости зрения. Но не злоупотребляйте этой точкой раз. Почему? Потому что мы сказали, что из 12 меридианов 8 контролируют наши с вами глаза. В каком они состоянии? И здесь хотелось бы подчеркнуть, поджелудочная железа контролирует остроту зрения. Если печень контролирует глаза, то поджелудочная контролирует остроту зрения. Потому когда острота зрения начинает портиться у человека, это что? Ваша поджелудочная начинает истощаться. Ее нужно переаккумулировать, либо провести диагностику 12 меридианов, убедиться в состоянии слабых меридианов, этих слабых меридианов, что восстанавливать. И сколько на это время уйдет, я не знаю. Ну, как минимум 12 месяцев, это точно, вам говорю. Вот и все. Данная информация, я думаю, вам в помощь. Спасибо за внимание.